Обновить пляжную зону, высадить деревья и кустарники, поставить дополнительное освещение или закольцевать набережную, продолжив прогулочный маршрут. Саровчане будут решать, как благоустроить зоны отдыха на пруду Боровом. Эта территория победила в рейтинговом голосовании в рамках программы формирования комфортной городской среды. Свои идеи по развитию зоны отдыха горожане смогут представить на общественное обсуждение. В ближайшее время в разделе «Формирование комфортной городской среды» на сайте администрации по ссылке «Общественное обсуждение» будет размещено уведомление о проведении общественных обсуждений. Это буквально вот июнь, конец июня-июль, где вправе каждый гражданин направить предложение по видам работ, какие бы там хотелось осуществить. И там будут указаны как раз ссылки на адреса, на телефоны, куда это можно все направлять. По результатам общественных обсуждений сформируют техническое задание на разработку проекта. Объем финансирования – 30 миллионов рублей. Работу над проектной документацией планируют завершить до конца года. Контракт на выполнение работ заключат до 1 марта. К благоустройству приступят в мае, а уже осенью обновленная зона отдыха будет доступна горожанам. Известно, что к данной зоне отдыха неравнодушны прежде всего федерации, это волейбола, другие общественные федерации в области спорта, туризма. Неоднократно обращались нам о необходимости устройства волейбольных площадок, там, увеличения их количества, об обновлении малых архитектурных форм, об устройстве пирса. И я думаю, если там уже обустроена набережная со стороны ближе к улице Бессарабенко, то, конечно, сейчас, наверное, наши горожане прежде всего захотят обустройства зоны отдыха пруд Боровой, это пляжная зона. Напомним, в рейтинговом голосовании саровчане выбирали между тропой здоровья и зоной отдыха у пруда. Боровой уже несколько раз выходила на голосование в рамках программы ФКГС. Эта победа стала действительно долгожданной. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.